Вот сейчас мы наблюдаем с вами, как плетутся маленькие вот такие вот бочоночки, корзиночки. Вот такие вот, в которых каждый день они переносят, варят и едят рис. Липкий рис. Он тут так называется. Так как он варится на пару, на сухую, без добавления воды, он варится просто на пару в специальной вот такой вот посудине плетеной. На паровой бане, назовем это так, по-научному. И его едят руками. И сейчас эта девочка, очень красивая, кстати, плетет вот эти корзиночки. Вот так они будут выглядеть в уже готовом виде. Видите, вот это как бы одна из частей. Это... О, вот она, вот. Вот эта корзиночка. Корзиночка для риса. В готовом виде я сейчас их попробую вам показать чуть-чуть позже. В общем, очень экологически чистая, легкая и красивая конструкция для риса. В основном она используется для риса. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Здесь на кухне полно подобных конструкций, и везде рис, в основном рис. Видите? Вот большая одна. Вот еще одна. Видите? Это вот все подобные конструкции. Вот, например, рис. Видите, я не соврал. Не забудьте подписаться на этот канал. Добро пожаловать в Лаосскую Народно-Демократическую Республику. Страну добрых, счастливых и небогатых людей. I'm sorry. Давайте исследовать этот мир вместе. А вот этот храм, в котором я живу. Вот это место, где я живу. Не забудьте подписаться на этот канал, поставить лайк, откомментить хорошими словами, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями. Я продолжаю свое путешествие по Юго-Восточной Азии. Присоединяйтесь. Увидимся.